смажете. Уже он... Да, здесь немножко фактуры есть по углам. Это бульон, нет? Да-да, конечно. То есть грунтуем так же, как обычно все? Ну, да, грунтуем обычно. Вот сейчас смазываем жижей такой здесь, что-то коричневое. Не помню, Марс, по-моему, Марс коричневый. Что-то болтается. Гаечки, чтобы не оседал пигмент. А-а-а. Вот он моментально оседает. У-у-у. Туда бросаешь пару гаечек, и все это убивается. Здесь примерно столько, один к одному масло и white spirit. И немножко У-у-у. Краски. Вот так вылейте на палитру, не сюда, так она слишком много впитает, mm-hmm. а именно с палитры. Вот так вот плоскостью берем, смазываем, разбавитель этот выветрится. Теперь рисуем композицию, можно карандашиком, можно кистью. Намечаем какой-то, вот, например, вот основная масса у нас будет вот так, как mm-hmm. пойдет цветов. Тут, ну, допустим, линия буквы S, ее называют линией Хогарта, по-моему. Mm-hmm. Композиции. Так, вот здесь основных пару цветов. Достаточно крупных будем писать. Направление можно смотреть, ну, то есть чувствовать, какой цветок куда. А как форму определять? Вот еще даже в подмалевке. Никак. Просто смотрите, вот такое рубленое. Да, что-то непонятно. Рубленое пятно. Мы не будем натуралистичны, мы просто не сможем uh-huh. сегодня сделать все натурально. Uh-huh. Короче, ничего нам натуральное не нужно, нам примерно mm-hmm. нужно. То есть стилизовано как-то. Так, потом большой кистью. Да, маслом уже не пользуемся. Маслом только отмываем. Сухо писать, да? Да, первый слой обязательно написать. Здесь немножко масла есть, краска будет. Это у вас щетина или? Это щетина, а. Самая обыкновенная большая щетина. Причем достаточно не новая, она уже подистерта, то есть грубая. А нам mm-hmm. это и нужно тонким слоем растянуть краску. Краску берем, смотрите, Наташа, не берем самые глубокие тени, не берем светлые, берем средний такой тон, раскидываем. Например, кадмий красный светлый. Пробуем. Можно немножко с красным. Темным? Да, кадмий красный темный. Угу. И желательно их делать не все одинаковыми, а разных оттенков. Да. По оттенкам. Да, да. Где-то зелененьким немножко облагородить. Где-то оранжевого добавить. Чтобы они слегка отличались. Угу. Без белил, это важно. Угу. У нас вот эта смазка коричневая не даст очень быть ярким угу. цветом. Вот. А если еще внести белила в краску, они моментально потухнут. Угу. Где-то черного немножко. Это сажа? Да, обычно сажа белая. Где-то будут теневые. Затемненные. А вот середины не надо делать? Будем делать. Смотрите, мы потом вот в эту... Соскребем? Да, мы соскребем немножко. Можно пальцем накрутить серединки, как пойдет. Угу. Посмотрим. Да-да, а еще пальцем крутит. Да? Да. Чем мы и займемся. Сразу направление найдем. А потом будем подчеркивать вот то, что у нас получилось. Угу. Отсюда рисунок брать не будем, мы будем отсюда цвет брать. Ну и может какие-то вспоминать, как лепесточки эти растут. Роза сложнейший цветок. И выписать ее трудно именно скопировать. Ну вот один-два цветка можно скопировать за день. Но когда их много, не стоит этим заниматься. Берем только цвет, какие-то сочетания, температурные отношения. Саму форму уже угу. будем делать из того, что у нас получилось, из вот этих вот достаточно случайных движений. Угу. Так,
Крыплак не забываем кое-куда. Свет у нас холодный. Крыплак здесь. Тоже, да, можно? Да. Крыплачок, крыплак розовый. Если их все одной краской сделать, это будет очень неубедительно. Хотя в природе так и есть. Вот мы смотрим на эти розы, они практически одного и цвета, и тона. Чуть-чуть маленькие различия есть. Вот. Но мы должны немножко больше делать различия. Да, цветы у вас должны быть связаны между собой. То есть не раздельно, как немножко связывать. Вот сейчас снимаем лишнюю краску. Так, пробуем закладывать им серединки. Вот такие серовато-красные. С темным красным, да, вымешаем? Да. Хотя тут, по-моему, светлый, темный. С темным, какой-то темный. Зелень позже, да. Ну вот сюда можно бросить зеленое, но рядом пока не, рядом с красным не пишет. Красный цвет он очень, ну не то что слабый, он восприимчивый к загрязнению. Ну, то есть нужно максимально оставить чистоту цвета красного. То есть зелень потом все? Потом, да. Попозже. Мы постараемся выписать, более-менее наметить основные формы, потом будем резать фоном и чем-то еще, а потом уже уточнять. Чуть-чуть можете разгладить, да, чтобы не было жесткости в тенях. Вот можете уголочком вот этой кисти, как бы играючись, особо не искать листья, то есть лепестки. Как бы достаточно случайно дайте поиграть в руке, а потом будем в этом всем искать розу. Найдем. Смотрите, как там все перепутано. Логика есть вот в каких-то местах, а наверное, половина лепестков без особой логики, то есть достаточно хаотично, особенно в серединке. Цветочной кистью собирайте большие. Самые крайние, да? Получается. Можете немножко больше, чем нужно делать. Мы это все будем резать еще. Взять контуром. Смотрите, вот рука как бы хаотично. Понятно, что не вот так как-то, но с небольшим, она чуть-чуть идет впереди мысли. Вот потом вот в этой кашице, вот в такой, будем постепенно, она так будет более живая, если мы начнем прописывать, перебирать лепесточки, а это цветок сложный, там, да, не то, что невозможно, но это... Не в этом случае. Да, за один день, за несколько часов у нас картина будет тогда неубедительна, а так у нас есть шанс, что она будет свежей, такой вот, естественный какой-то. Вот смотрите, рука просто колотится. Состояние мне помогает немножко. Здесь краплак,
оранжевый. Оранжевый. Чуть-чуть разбелен. Да. Нет, не кроплак даже, а кадмий красный. Кадмий красный. Хотя не забывайте про кроплак, он даст нужные холодные оттенки. Угу. В лепестках он должен быть или нет? Да, должен. И фиолетовый даже нужен. Угу. Дадим еще сюда, если нам нужны тени, слои у нас тонкие, краска мешать не будет. А внутри? Да, внутри, вот в этих местах, где лепестки в профиль повернут. Зеленый обязательно. Вот я тоже забываю немножко, тороплюсь. Тут же будет полно зелени вокруг, и нам нужен рефлекс также. И для разнообразия. Просто не все можно писать чистыми красками. Легкая загрязненность, так сказать, оттенки вот эти, они нужны. Они как холодный подчеркивает теплое, так вот эти слегка такие припачканные цвета, они будут выявлять чистый цвет, подчеркивать его. Каким он будет обрезаться потом цветок? Да, чем-то фиолетово-зеленым или черно-зеленым, кстати. Ну, можно просто смешаем. Ну, не коричневым. Нет, не коричневым, травяную. Ну, вот если мы опираемся на этот, там я не вижу коричневого, черный с зеленым. И таким вот нейтральным, темным. Если не понравится. Много не будем. Смотрите, тут важная такая вещь. Красный цвет, он темный достаточно. Ну, чтобы картина темная не была, вот этой темноты желательно немного, но она необходима, чтобы вес показать диапазон. То есть в небольших количествах кое-где будет. Все остальное будет или среднего тона, или достаточно светлого, как пойдет, в общем. Это немножко светлее все же хочу сделать. Там они темноваты, понимаете? По опыту знаю, что как только закроется фон, если писать алые цветы, алые розы или там что-то еще, она сразу темная становится, мрачная. На фотографии вроде бы хорошо, и в натуре хорошо. А вот именно в масляной живописи красный цвет, он очень тяжелым становится. И ему нужен или вообще, там, не знаю, или белый фон какой-то серый, чтобы вытянуть картину, чтобы она не давила. Начинаете. Да, потихонечку уже щупаю, вот как бы. Да. Просто вот. В общем, вот этой кисточкой к центру вот эти основные листья, лепестки. Перпендикулярно держим. И вот край. Ну, что-то есть вообще между пионами и написанием? Что-то есть. Собирать? Да, есть много чего общего, но единственное, у розы вот эти вот отворотики, знаете, здесь они не очень явно выражены, а есть вот такие у обычной розы, такой, которая магазинная, так сказать, у нее еще отворотики. Вот они в этом сложность. А так общее, конечно, есть. У всех много лепестковых цветов.
Так, определились светом. Свет у нас холодный и откуда-то сверху. Сверху обычно немножко лучше или слева, или справа, чтобы объем был. Объем покажу. Вот как ни странно, я закладываю оранжевые, а свет все равно холодным остается. Вот тут есть такие парадоксы световые. А с чем это связано? А я не знаю. Ну вот соотношение такое. Ну вот сейчас явно оранжевый, все равно он не чувствуется, что есть солнце. Свет холодный. Или бывает наоборот. Холодным пишешь, вот нужно, показываешь тепло, а нужно взять холодное. Есть такие вот просто исключения. Издалека прямо все уже читается. Да, желтого можно. Это кадмий? Это да, это чистый кадмий. Вот светлый. Да, очень хорошая смесь желтого или же оранжевого с крапилаком. Вот такой. Про оранжевый с крапилаком знаю, про желтый нет. Попробуйте. Я вам дам тренировочный холст. Вот тот черный. Только напомните мне. Это тренировочный? Это тренировочный, да. Краску дешевую. Будете тренироваться. Вот именно вот вам нужно потренироваться, вот эту моторику, отпустить руку, и чтобы она так у вас спокойно поиграла, побегала. Теневые откладываем. Так, уже можно вводить какой-то вот темный вот этот цвет берем. Зелень травяная плюс сажа. Глубину, нам, да? Глубину нам нужно как камертон задать. Вот это расстояние тональное, чтобы красный немножко засветился. Так, теперь. Здесь без масла. Вот это важно, вот эта краска, потому что мы еще работать будем здесь, чтобы, если нам нужен лепесток какой-то. Не надо сказать. Да, желательно. Желательно немножко убрать лишнее. Так, теперь можно фон немножко. Уже можно, да? Да. Фон можно наштриховать. Серенький какой-нибудь. Берем. Штриховочкой. С оттенками. И сразу соединяем с красным. Вот он случайно будет перетираться все это. Ищем, понимаете, не можно оттуда взять, порисовать, что там у нас было. Ну, там ничего особенного нет. Работайте с этой картиной. То есть учитесь общаться с тем, что вы сделали. То есть вот уже это сочетание, оно уже ваше чистое, и оно уже просит своих оттенков. Если мы перенесем механически с одного сюда, будет, опять же, потеряется органика. Да, и
пока немножко плотнее делаем, потому что мы еще будем уже на высветление работать. И фон тоже, да? Фон, да, конечно. Фон обязательно. Фон у нас богатые. С фактурой. Фактура нам поможет еще. Вот, вот этот оливковый колер можете попробовать. С красным он хорошо. Это, напоминаю, если кто-то не знает, это господи, охра желтая. Плюс немного зелени травяной дает вот такой приятный. Это вот то, что я видела, было, да, у вас, да, колеры. Да, колеры. Угу. Очень приятный цвет, кроющий достаточно. Где-то можно полностью не закрывать. Так, вот у нас работа раскрыта. Собственно, холст мы закрасили. Теперь можно работать, идти на высветление. Краску не толстыми слоями, особенно первый слой постарайтесь таким, ну, становится. Это чистое белило. Вот это чистое белило. Но они перетираю, да. Работа, ну так, на грани абстракции, собственно, можно белилами. Здесь уже правил таких нет, особо живописных. Вот, ищите красивые сочетания и все, и чувствуйте их. Больше не трогайте, получилось что-то на фрагменте. Вот тут хорошее по цвету место, очень хорошее, оно такое богатое. Вот все, и не трогаем. Не нужны деталировки особые, там не нужно. Просто не все должно быть детализировано. Это дело такое, ну вот в подчиненностях вот в этих у нас что-то основное будет детализировано, все, большая часть будет немножко это как бы недосказано. Да, разрушайте. Что-то нарисовали, немножко подразрушить нужно. Это опять же к вопросу подчиненности каких-то вот второстепенных предметов. Ну, она все равно остается. Да, да. Нам главное так, намек. Работаем намеками, работаем художественно. То есть не рисуем аппликацию, там 10 розочек этих несчастных, а пишем картину с большой буквы, стараемся. Впечатление передать как-то. И ничего не делаем окончательно, ну то есть как бы не прописываем. Мы работа должна вестись сразу. Почему? Потому что вот мы, допустим, сейчас бы отдали, допустим, 20 минут писали бы вот этот цветок, написали бы его, он бы в этом окружении был хорош. Пошли бы дальше работать, вносили бы другие оттенки цвета, и все, и он бы сразу попросил опять же доработки. То есть не ведем картину все целиком сразу. Здесь работаем, работаем потихонечку. Тань, ну покажите, что вы там. Я же думаю, может быть, эти длинные кончатся.
Вы какой-то определенный порядок соблюдаете, вот, когда вот эти лепестки прописываете, вот, допустим, они должны вот один на один или да, по-хорошему, да, они с проворотиком. То есть вот эти два, между ними третий должен быть. Я это не очень соблюдаю, как бы для той же живости, и чтобы не засушивать эту работу. Хотя там, да, можно разобрать цветок хороший, да, вот. Между двух пойдет третий по-хорошему, а между вот этих двух еще более внутренний. Вот как-то так они. Фотография нам нужна в основном для того, чтобы цвет понимать. То есть не для детальности, да? Ну нет, она и для детальности. Не для того, чтобы выписывать. В нашем случае, в случае Алла Прима, когда нам нужна быстрая работа, конечно, нам нужен только цвет. То есть очень сложно, вот, допустим, мне вот с этой фотографией было бы, вот если бы вот, я был на мастер-классе, понимать, вот на что опираться. Знаете, даже не цвет. Цвет понятен, цвет нужен, там вот какая-то композиция. Нам нужно, она нужна для того, чтобы нам страшно не было. Понимаете? Из головы писать можно, но это очень сложно, мало кому дано. Можно, конечно, но когда рядом фотография, ты как бы вот тот, как если сравнивать, как бортик у бассейна, ты всегда можешь посмотреть, как бы, чтобы не страшно было, понимаете? Чтобы вспомнить, как там лепесточек тот же растет, оттенок какой-то, листья вот эти и так далее. Ну и то, на каком-то этапе нужно убирать ее, чтобы вот вытягивать из себя, доставать из себя художника. То есть, уметь себя чувствовать. Это да нет, не очень сложно. Вот эти оттенки, не забывайте. Я уже посмотрела. Зеленый колер, да? Да, да. Или салатом. Салатом. Вот тоже уголочком. Мы пропишем несколько листьев. Но большая часть у нас будет вот так набрана цветом. Смотрите, я беру с градиентом, то есть на одной стороне темнее, светлее. И цвет не яркий. Вот здесь ни в коем случае яркий не делайте листья, спокойные, чтобы красный подчеркнуть. Трехлистник вот этот красивый, можно будет прописать его, пока наметим. Проводим это движение по прожилкам, не так, не так, вот примерно по прожилочкам. И не забываем торец обозначить. Вот, а потом подрежем как-нибудь и будет более-менее. Да, да. Как торец, так и тень. Иногда вот тень нужно подчеркнуть под. Светлый. Да, да, да. Темный, светлый. Потом еще блики нужно будет положить. Так, Наташа, смотрите. Сейчас вы сделаете подмалевочек, потом берете, сделаете композицию вот этих пятен на своем холсте, потом берете тренировочный холст. Вот это у нас холст, обтянут черной пленкой. Да, и смотрите, возьмете палитру другую. Это и дома можно так делать, да?
Да, там нужно, когда пишешь цветы, тренироваться, это очень полезно. Вот у нас, на камеру покажу, это диоксид титана на масле, на подсолнечном, то есть он совсем дешевая краска, и черная краска, и подсолнечное же масло. Без разбавителя? Без разбавителя, да. Вы создаете среду какую-то такую темноватую губочкой, губкой или кистью, и потом, разбавляя краску немного, вы будете писать эту розу. Сначала, ну, рисунок какой-то, что там она у нас куда смотрит. Вот вы именно вот эти вот телодвижения должны выучить, такие свободные. Вот, и отработать потом, может быть, лепестки уже вот эти. На высветление лучше всего. Вот вам цвет не мешает, вы увидите только форму. Порисовали, порисовали, обрезали. Тоже вот контур у предметов, угу, это чрезвычайно важная вещь. То есть не только то, что вот нарисовано, но еще контур обрезаем. И контур очень много объясняют предметы. Порисовали, порисовали, стерли, растерли опять же эту краску, и сюда же снова опять какой-то цветок, хоть пион, хоть там что-то. Угу. Вот так вот очень удобно тренироваться, и ничего не стоит особо. Угу. Так, ну все, давайте менять, ставьте палитру, давайте назад. Так, вот хотел вас здесь похвалить, все правильно. Единственное, в ракурсах нужно поработать чуть-чуть с ракурсами, да. А так все, все гамма. Так, ну неплохо. Да нет, понимаю. А, ну здесь вот вы как пион собираете вовнутрь. Понятно. Попробуйте пальцем опять же это пальцем раскрутить. Вот подоставайте пальцем, надо тень доставать. Угу. В обратную сторону. Да. Таблики, да? Ну что-то, да, вот особенно мокрые цветы. Но только на больших местах. Но по-хорошему, если есть возможность, можно и на маленьких, на всех. Это объем придает. Угу. Вот это внутренний блик, угу, как бы, который собирается. А есть наружный, он маленький, точечкой такой. То есть если это желательно делать по сухому, по подсохшей краске.
сейчас не очень удобно на масле. Вот особенно мокрые цветы. Они у нас вроде не мокрые, ну то есть я к тому, чтобы без перебора, так немножко кое-где. Если что-то удачное уже, ну, устраивает лепесточек немножко, то оттенок какой-нибудь ему дать. Краска вязкая, не разбавленная, в частности, краплак. А вот как вот на пионах мы делали, по краю немножко светлым, здесь можно так? Можно, можно, вот который торцом стоит, вот здесь нужно. Вот тут не обязательно, хотя тоже можно. Но если он уходит туда, он не будет гореть, лепесточек. Он сразу плоским станет, если подчеркнуть.